Вже і не сподівалися, що їхня донька колись знову захоче співати ці двоє. У неї дуже строгий папа. Там написано. Вся родина пам'ятає день, коли обдарована Амалія раптом повідомила, вона буде юристом. Когда я на юридический должна была поступать, папа не то чтобы год не раз говорил, но у нас был конфликт с ним, потому что он не хотел. Он говорил, это не твое место. На хор ходила. Хор даже характер у меня этого человека. Не была выражена наша индивидуальность. И сейчас для меня даже в жизни просто. Я всегда, у меня это коллективное мышление уже, я не знаю, это в мозге сидит. Я не люблю выделяться. Это комплексы очень у меня. Добро пожаловать. Здравствуйте, здравствуйте. Почему ты так волнуешься? Это первый раз у меня, поэтому... Это первый раз на большой сцене выступления? Да. Ты такая красивая. Не могут девушки такие красивые волноваться. Должна быть уверена, ты же будешь петь. Ты же любишь петь? Да. Тогда мы сейчас с ними тебя поддержим от всей души, поболеем за тебя. А ты постарайся сделать самым лучшим образом, как ты только умеешь. Хорошо. Прошу тебя на ступенечки на сцену. Здравствуйте. Как вас зовут? Амалия Маркарян. Я из города Ереван. Прекрасно. Она разволновалась. Вы не волнуйтесь. Что вы будете исполнять? Conchita Wurst, Rise Like a Phoenix. Прекрасно. Пожалуйста.
Потрясающе совершенно. Очень неартистично. Я не уверен, что Кончита Вюрст победила бы на Евровидении, если бы она просто стояла и не излучала энергию из глаз, в том числе из движения. Вы, думаю, что очень волновались, правильно? Слишком. Слишком. У вас есть какая-то сила, энергия внутренняя, удивительная, да. Хотя вы закрывали себя вот этой позой, и вы были зажаты, но все равно энергия, вот она в вас сидит. И эта сила, она чувствуется, несмотря на волнение. И понимание песни, и достоинства, а это очень много значит. Вы должны идти по этому пути. Я говорю, да, я поддерживаю Амалию. Да. Хочешь петь зажатой? Пой зажатой. Хочешь петь сидя? Сидя, стоя, как угодно. Хочешь закрытыми глазами пой? Пой дальше, я даю плюс. Я за. Пой, просто пой. Нино, что ты скажешь? Я с удовольствием скажу да. Спасибо большое. Я без удовольствия, но тоже да. У тебя 4 да. Все, от волнения, от неопытности. Все. Согласен. Спасибо. Это просто чудесно. Это невероятно здорово. Я такого красивого голоса вообще не слышала уже давно. Честно тебе слово даю. Это редкий экземпляр к нам. Такие редко птицы залетают. У нее есть лицо свое. Амали. Спасибо большое за этот день. Один из самых лучших. Ой, вы начали, Ирина.